Вот эта вот силовая лига, она заканчивается, ну, очень долго. Промежуток там 50 дней нафиг. Или 60. Так что я вот эти вот звездные очки буду давать не так часто. Ну, блин, из-за плохих тиммейтов тоже не хочется бомбить. Ну, придется, наверное. Ну, блин, чтобы дойти до алмазной второй, это мне надо будет много потеть просто. Да. А мне как-то не хочется. Ну надо, наверное. Типа 10 тысяч. Ну это хорошо. Блин, реально, вот вы видите, что это? Я почти дошел. И потом все пошло по жопе полной. Надо дотянуть. Блин, мне в любом случае теперь сейчас идти. До этого очень долго. А кого тут брать, не знаю. Я тут беру. Беру вот этого вот вольта. Вот. Возьму, наверное, снова его. Да. Можно если. Ну, гела, не знаю. Я наигрался на нем. Вот. Спайка, наверное. Можно будет. Вообще планирую вольта. А, гейл запрещен, ладно. Тут позапрещали челов всяких. Можно, может быть, даже динамайк. Я планирую вольта взять. Хайп перс. Ну, давай жнём. Ау! Боль. Боль в жопе. Ладно, окей, тогда берем динамайка, может, реально. Чё? Плохой тут перс, наверное. Ну, все херачить. Можно было бы еще брока, конечно. Можно было. Бери брока, 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 брока. Предлагаю брока. Брок лучше, мне кажется. Брок лучше, брок прикольный. Какая бэ? Это рофл, это прикольно. Жестко выделили, там чел взял Мортиса. Вот это меня бы аннигилировали, конечно. Ладно. Вжух, вжух. Классная карта. Тут Тара, наверное, думаю, будет подходить. Ну, или Вольт, Тара, Вольт. Наверное, Тара лучше. Так, ну я запрещаю Розу, давай. Ой, стой, не надо было Рика запретить. Там же Рика помнят еще. Я не думаю, что кто-то возьмет. Ладно, Тара. Гейл? Мне Гейла взять? Да вы издеваетесь, моих любимых персов запретили. Блин. Гейл получается, не знаю, кому тут Гейл брать. Офигеть, аннигилировали реально. Блин. Взяли, позапрещали всех. Конечно. Ямабур. Ай, Рика, нет. Какой Рика, черт. Ну все, мне кажется, нам жопа, потому что вот это звучит жестко. Вот эта фигня, вот это, ну да, нам жопа. Еще моих любимых перцев запретили. А на геле я уже наигрался. Все, короче, бан. Нам по-любому будет бан, мне кажется, потом. Ну, Рик. О, а все, кстати, мы точно проиграли. Видите, какой у меня интернет стал? Ух, все, мы, ну это проигрыш, мы слили. Все против нас, все против нас. Все абсолютно против нас. Чё ты его не убил? Топ. Так, интернет? Да, блин. Ну все, это бан. Что это летело? Это Джесси?
А, да пошел ты нахер! Свалите нахер! Беги! Беги! Беги нахер! Нас захватили, я понял. Ну что, интернет, спасибо, Wild Hands. Просто. Бан, да, да, нам. Бан, все. Все против нас. Все абсолютно против нас. Рик, пошел нахер. Не понял, баканули. Я хоть и стреляю с задержкой, ходить не могу. Ты куда ты полезла, дура? О боже, да, вот этот тиммейт классный, конечно. Ну давайте собирать банки, не знаю. Ну, короче, тиммейты очень жестко играют, взяли каких-то аутистов. Да, вообще какой смысл брать реально, вы понимаете, двух ближников. Естественно, они взяли тех, кто контрит ближников, и мы убираем. Это максимально тупый. Ух, какой отгр, видели, какой он профессионал? Он а почему она не умерла, читы? Ладно. What the fuck? What the fuck? Fucking mother. Ладно, возьму. Че это? Что? Он сам из себя стреляет. Да дай! Че за херня? Давай, 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 сейчас убью. Давай, гори. Понимаю. Понимаю, понимаю. Не, я сейчас пойду. Лайк кидают, мы проигрываем, лайк кидают, лайк кидают, лайк кидают. Так, стоим. А, это какого хера? Я стою за тем, чтобы меня не убили, он идет. Понимаю. Понимаю. О, видел, какой крутой, ты так не можешь, ты лох. Получается. Куда мой персонаж уходит, я не знаю. Ну, короче, классно. Я играю, интернет такой нет, я пропадаю, потому что Россия говно. Круто, спасибо, прекрасно, классно. Не понял, подожди, а что еще будет? Золотой второй, серьезно? Че? Нихера не понял, ладно. Ну, короче, Россия говно, так в России плохой интернет. Вот, в России делайте лучший интернет.